А, машины? Слушай, в кармане. Всем доброе утро. У меня в квартире идет ремонт. Ребята кладут пол. Вот, кафельным. Из кафеля, кафельной плиткой. Вот. Погода сегодня замечательная. И у меня сегодня тоже интересный день. Сегодня я еду смотреть автомобиль ВАЗ-2121 Нива. А дело все в том, что недавно мне мой знакомый скинул фотографию и сказал, что эта машина продается. Стоит она 35 тысяч. А состояние по фотографиям непонятное, какое оно будет. Ну, там видно следы ржавчины, видно, что там порог подсгнивший. Но так состояние более-менее приличное. Я бы хотел ее посмотреть и, может быть, взять или в дальнейшем на перепродажу, или взять себе. Вот у меня там вдалеке стоят две машины, вот красная и зеленая. Вот Шкоду я продаю уже довольно долгое время, у меня пока не получается ее продать. Вот, я бы хотел Шкоду продать, и за вместо этого, пока Шкоду, пока вот не на чем будет ездить, взять вот эту Ниву. Так что сейчас я буду собираться, ехать в другой конец города, и там, соответственно, я уже посмотрю, что это за машина. Я вчера уже списался с продавцом. Мы договорились, что сегодня с 12 до 8 можно подъехать и посмотреть. Так что сегодня поеду и посмотрю. И вам, соответственно, покажу. Так что вот так, будем собираться. Только что был выстрел из пушки с Петропавловской крепости, 12 часов. Вот, я вышел на улицу, сегодня очень тепло, я думаю, что днем будет жарко. Вот, но я так оделся, не знаю, может быть, в процессе будет жарко, но ветерок прохладный. В общем, сейчас иду к метро. Не знаю пока еще, до какой станции метро я буду ехать. Или до Нарвской, или до Балтийской. И там уже на месте сориентируюсь, куда, где ближе идти и как идти. В общем, ребят, решил выйти на станции метро Балтийская. И вот буквально там прошел где-то 200 метров, и уже улица Розенштейна. Сейчас только вот налево поверну, и там уже буду искать. Так что совсем рядом оказалось, ближе, чем от Нарвской. Никогда не нужно доверять навигатору. В общем, вот эта улица дом 1, а нам надо дом 8. В общем, сейчас идем вот по этой улице, и где-то через там... Ну, тут обычно как бы через два дома, и уже почти пришли. Так что вот так вот оказалось совсем рядом. Практически много вот таких красных кирпичных зданий. И все они похожи на красный треугольник. Я изначально, когда посмотрел фотографию, где стоит машина, мне показалось, что это завод «Красный треугольник». А нет. Так что вот. Ну ладно, сейчас немножко осталось. Уже с вами дойдем. В общем, ребят, оказалось, это еще ближе. Вот шлагбаум. И вот там за воротами стоит эта Нива. Вот сейчас узнаю, как туда пройти. И будем ее смотреть. Ребят, это не та Нива. Вот, но место это то. Просто там шлагбаум. Я не знаю, как туда пройти. Вот, хозяин пока что-то не отвечает. Так что будем ждать. Вот, сейчас как ответит, так попытаемся внутрь пройти. Вот, но это точно где-то здесь. Потому что адрес тот же. Розенштейна 812. Сейчас попробуем пройти. В объявлении? Да, мне сказали, что продают за 35 тысяч Ниву. Вот. Так посмотрел по фотографии, вроде так. Поближе посмотреть, хоть что она себя представляет. Ага. Аккумулятор заводить надо? Ну, нет, заводить. Если заводится, так заводится. Мне самое главное посмотреть, что как тут по этим самым. По кузовным. Так, колеса спущены. Нету, да. Ну, это понятно, что. Так, посмотрим сейчас, что тут, как тут. Ну, пол так более-менее. Ну,
Ну и самое главное, чтобы более-менее целый был пол. Вот это все такое. Порог тут. Надо варить. Так, а тут открывается, да? Ага. Вот так вот. Ну так все на месте вроде. Так, там надо, а там надо, да, эту штуку. Угу. Ну так вроде бы ничего, не знаю. Ага. Ну ладно, я человеку тогда покажу. Вот он посмотрит, как чего. Потому что ему не доехать сюда. Вот. И там уже тогда будет видно. Вот я тогда вам, если что, напишу. Да, давайте. В общем, посмотрел я на эту Ниву, ребят. А, ну, как я и говорил, что по фотографии одна, а внутри совершенно другая. То есть вот, вернее, вживую. То есть по фотографиям одна машина, вживую совершенно другая. Ну, это понятно. В общем, короче говоря, не знаю, буду думать. Вот, ну от метро это близко здесь. Там спущенные колеса, а, значит, тормозные надо трубки менять, она, у нее нет тормозов. Ну и, в общем, короче говоря, не знаю. По салону вроде так более-менее прилично, но ее надо приводить в божеский вид. Если ее брать с целью продажи, то туда надо вкладываться. Если ездить на ней, то тоже неизвестно, какие могут быть подводные камни. В общем, ладно, буду думать. Буду думать, а там будет видно. Ну ладно, доехал, посмотрел. Но сразу вам говорю, что на фотографиях то, что вы смотрите, может быть все обманчиво. На фотографию кажется более-менее ничего, а вот вживую как-то, ну не знаю. Вот, ну я бы не сказал, что у меня прям такие восторги от этой машины. Вот, не знаю, как бы так, что прям совсем. Вот на фотографии мне машина понравилась. А вот, ну, вживую как-то... Не знаю, в общем, буду сейчас созваниваться, советоваться. Может, кому-то еще предложу. Вот, ну, 35 тысяч. Ну, сами понимаете, за 35 тысяч. Так что вот так, ребята. Будем думать. В общем, ребят, я приехал к себе на район. Пока ехал в метро, думал. В общем, наверное, не буду я брать эту машину. Ну, я так подумал, что туда надо много денег вложить. Тормозов нет, надо, значит, тормозные трубки менять. Вот, потом что еще? Ну, салон надо пылесосить, там убирать все. Еще неизвестно, как она заведется, какие-то, может быть, будут какие-то посторонние звуки, там шумы, не знаю. В общем, ну, все что угодно может быть. Нет, мне все-таки, наверное, надо машину такую, чтобы, вот, ну, грубо говоря, сел и поехал. Вот, ну, с минимальными вложениями. Не знаю, может быть, кому-нибудь еще предложу. Ну, фотографии есть, все есть. Так что вот как-то так. Мало ли, может быть, вас кого-то заинтересует, если к тому моменту уже не продадут. Вот, так что вот так, все. На этом я влог свой заканчиваю. Всем спасибо за просмотр, пока.